Вот и подошла тема внутренней фильтрации к концу. Но это совсем не значит, что рубрика «Честная покупка» на этом будет закрыта. Впереди еще очень много аквариумных нужностей, о которых нужно и стоит говорить. Не забудьте о том, что в этом видео прозвучит последнее кодовое слово для составления предложения и участия в конкурсе. Вместе с предложением не забудьте написать название фильтра, который хотите получить, который хотите выиграть. Это может быть Turbo 500, Unifilter 750, ASAP 300, Fan 1 или Pad Mini. Я желаю вам удачи, поехали! В прошлом выпуске я просил вас в комментариях под видео записать вопросы, которые остались по внутренней фильтрации. К счастью, вопросов немного, это говорит о том, что достаточно подробно эта тема была разобрана, но вопросы все-таки какие-то есть, они там общие, давайте их разберем. Какой там был первый вопрос? У акваэля есть еще и внешники, просят помочь в них разобраться. Я не могу быть уверенным в том, что я буду продолжать проект «Честная покупка», рубрику «Честная покупка». Дальше именно с фильтрацией, возможно, это будет что-то другое, но и говорить о том, что такого видео не будет, тоже не буду, потому что все возможно. Пока что то сотрудничество, которое с компанией Акваэль у меня было, на данный момент, которое есть, оно заключается только во внутренних фильтрах, но все возможно, посмотрим, что будет дальше. Ты стал представителем Акваэль? Нет, я не стал представителем компании Акваэль, да, у нас есть их продукция, у меня есть футболка с таким вот логотипом. Но это совсем не говорит о том, что мы как-то там с ними, я как-то с ними работаю. Я с ними никак не работаю, мы просто дружим, у нас просто близкие отношения. Какой там еще есть вопрос? Можно ли вложить губку в дополнительный контейнер фильтра Turbo 1000? К сожалению, Turbo 1000 у меня сейчас нет с собой, есть Turbo 500. Но я не вижу ничего страшного, если вместо угля, циолита, там, либо вместо чего-то еще положить губку. Ничего не должно случиться. Пускай будет у фильтра внешняя губка крупнопористая, а внутри можно положить, например, мелкопористую губку. Это будет даже вдвойне хорошо для фильтра, прокачивать воду будет неплохо. В общем, я думаю, что ничего плохого не случится, и так сделать можно, я бы так сделал, если бы мне это нужно было. Тут вопрос в другом. Когда вы устанавливаете фильтр, какие он выполняет задачи? Что находится в аквариуме? Если по те задачи, которые в аквариуме у вас находятся, это будет актуально, то почему бы и нет? Кстати говоря, есть еще губки угольные, например, у меня сейчас есть губка вот такая вот. Угольная губка, можно использовать ее, почему бы и нет? Что там еще были за вопросики? Чем отличается Turbo от Turbo NEV? Смотрю, людям все-таки нравятся турбовские фильтры. Давай-ка я его возьму в руки. Узнавал я по этому вопросу. Этот вопрос я видел. Вообще, комментарии ваши читаю и узнавал по этому поводу. Да, видел тоже когда-то давно маленькую надпись Turbo NEV. Связывался с представителями компании Акваэль по этому вопросу. На что они сказали, что ничем не отличается. Возможно, когда только турбовские фильтры появились, они писали эту надпись. Надпись NEV, то есть новинка. Но то, что есть сейчас, и то, что там в коробке, где надпись есть NEV, они ничем не отличаются. Что значит интуитивно понятная конструкция? Действительно, несколько раз говорил такую фразу в видео, интуитивно понятная конструкция. Это та конструкция, которую можно разобрать и собрать закрытыми глазами. То есть не нужно думать, не нужно доставать схему, как собирается фильтр, как разбирается фильтр, который ты смотришь, и сразу все понятно. Можешь ты его собрать, не можешь. Когда все это делается легко, в общем. А ты сможешь это сделать? Собрать, разобрать закрытыми глазами? Да. Об этом я говорил про фильтры фан. Ну, давайте попробуем, я не знаю. Пробуем? Давай.
что ж, давай начнем. Ну давай, поехали. Раз, два, три. Все, получилось? Да. Ну вот это и значит интуитивно понятная конструкция. Когда глаза завязаны, ты все равно ее можешь собрать, разобрать без различных проблем. Ну что, поехали дальше? Давай. Ну что ж, настало время посмотреть на комментарии к прошлому видео. Я, кстати, вас благодарю за комментарии. И я очень рад, что вы принимаете участие в канале «Пар Аквариумистика». Что вам интересен этот канал, вы что-то там пишете. И, конечно же, я вам за это очень благодарен. Давайте все-таки посмотрим на комментарии по сложившейся традиции нашей. Вот и подошло к концу это видео, и кодовое слово «фильтр». Старт конкурса объявляю открытым. И уже через 7 дней мы узнаем победителей конкурса в группе ВК «Акваэль». Победителей, кстати, я размещу у себя в Инстаграме, «Пар Аквариумистика». Если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Сейчас самое время. В этом Инстаграме каждый день есть новые видео и фотографии. Я вас там жду. Приходите, я буду рад каждому из вас. Я желаю вам мега удачи. До скорых встреч на канале ПАР. И пока-пока.